накопленный опыт был использован при создании первого четырехосного автомобиля ЗИЛ-134. По качеству проходимости он намного оставлял позади серийные образцы колесных машин того времени, а в преодолении инженерных препятствий имел преимущество даже перед гусеничными машинами. По выбитым дорогам обычные автомобили движутся с небольшой скоростью. ЗИЛ-134, имея высокую плавность ходов, движется по этому участку с такой же скоростью, как и по хорошей дороге.